Всем привет! Меня зовут Сергей Барсуков, и сегодня вместе со своей семьей мы для вас приготовим наше семейное блюдо омлет-пулят. Приготовление любого блюда самое главное – свежие и качественные продукты. Для того, чтобы блюдо получилось идеально вкусным, крайне важно соблюдать все рекомендованные пропорции. Коньячку и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эрик, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Также необходимо соблюдать строгое время приготовления. Поле закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Также, чтобы блюдо получилось очень аппетитным, крайне важно красиво его подать. Самое главное, чтобы блюдо было приготовено с любовью. А яйца в семье должны быть под рукой. Яйца не в дом несут сытость и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца весотны, полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком. И если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить, чтобы яйца созрели, лишь бы они не подгорели. Приятного аппетита! Кушайте с любовью! Весной и с тобою, и со мной.